«Жизнь без мяса» – такой девиз выбрал для себя Владимир Беспалов. На обед у молодого человека витаминный взрыв. Количество ингредиентов в салате не ограничено. 3 года назад парень решил стать веганом. Теперь в рационе только фрукты, овощи и орехи. Такое питание, уверяет молодой человек, помогло избавиться от проблем со здоровьем. Вот только родственники так и не смирились с его выбором. Если, например, ты пьешь пиво каждый день, там куришь по 2 пачки, то никто не переживает за твое здоровье, потому что, ну, считается это нормальным. Так делают много людей, и поэтому это нормально. А если ты питаешься растительной пищей, то по-любому ты не здоров. Не стоит путать вегетарианцев и веганов. Первые не едят только мясо, вторые – все продукты животного происхождения. Молоко, яйца и мед. По данным социологов, больше половины россиян позицию вегетарианцев одобряют, но их примеру следовать не спешат. Убежденных противников шашлыков и котлет в России всего 4%, в мире – 10%. Врачи уверяют, бобовые, орехи и кисломолочные продукты, хоть и содержат белок, но не могут стать равноценной заменой мяса. У таких пациентов мы встречаемся с сидеропеническим так называемым синдромом, и клинически он проявляется с сухостью кожи, с рассеченными кончиками волос, ломкость ногтей, иногда тахикардия, слабость, воспалительными заболеваниями. Взрослый человек за день должен съедать около 40 граммов белка. Противники же мясного рациона утверждают, предки обезьяны питались только растительностью и чувствовали себя прекрасно. Такой позиции сейчас придерживаются многие. Одни на модном тренде оздоравливаются, другие зарабатывают. В Барнауле нет вегетарианского ресторана, но многие заведения могут предложить блюда с пометкой «Вег». Сейчас попробуем позвонить в одно из них и узнать, что же они готовы предложить любителям немясного рациона. Набираем номер одного из дорогих ресторанов Барнаула. Здравствуйте, девушка. Скажите, у вас есть вегетарианское меню? Да, есть. А какие блюда входят? Овощи, зелень, свекла, морковь, базилик, спагетти с овощами, с икрой, баклажаном, кедровыми орехами, боба есть, пшеница, булгур. Слишком строгие ограничения лишают вегетарианцев жиров омега-3, витамина В12 и фолиевой кислоты. Хроническая нехватка этих веществ – путь к проблемам с костями и центральной нервной системой. Так что прежде чем решить, есть или не есть, необходимо взвесить все «за» и «против». Яна Аксенова, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».